assistir. Там, на Яре, там. Вверх прямой. Давайте, это нормально прям. Повеселиться можно. Где ж там ничего нельзя, его чуть почему? Сейчас сгорел, блядь. Сейчас самолет опять заходит. Угу, идет. А не, я попадаюсь. Да откуда, танк, блядь? Танк заехал. Танк вывел. Там чек слева, смотри. От флага слева. Самолеты. Блять, у меня РПГ не заряжен. Что-то он сильно напрессовал. Что идет? Сказка гнус. Блин, ты его убил? Да. Сука, он меня тоже убил. Только хотел сказать, скажешь, как Нурсы будет выпускать, чтобы я в танк успел залезть. Не успел. Он сильно высоко. Пиздец, блядь, за стеной кто-то нахер убили, я херею. Ну, бля, чуть-чуть с РПГ не попал. С корнета тебя лупят. Убил. Ёбаная команда, съебалась, нахуй. Вот снизу он. Блять, подниматься. Вот это да. Снайпер на меня приземлился, ваншот не сделал. Там они пытаются подняться на Д. На С танк, по-моему, да. Изумитка рядом там. Тут два пехача. Одного потерял. Сверху, по-моему, был. Софлан. Ну, там на базе далеко. Какую сбил? Все сбил. Там с бой стреляют. Еду. Блин, я почему-то посреди танка. Кех тут был, блядь. Ага, ждет нас. Ты убил его? Нет. Вот, блядь. Опять ТВ. Все, я его убил. Вверх тупо ТВ, по-моему, пускает и все. И самолет. Пех где-то стреляет по мне. А, на горке вот там. Он тут сидит.
два софлама уже. А, это не софлам, второй танк. У нас в спине. Пехи, походу, стреляют. Да и горелка сдохла сейчас. Там ты делаешь? Точно. Отъезжаю, но... Что я? Между сцепи будет пехов много. Один на А бежит по дорожке. Сейчас вот здесь выбегать где-то, как она пробежала уже. Где вот я сверху? Сзади танк наш. Он, короче, на дороге от этого. 4 хп открыть. Я физически не успел еще. А что ты вообще не видел? Я увидел только по выстрелам примерно оттуда. А, танк надо забрать быстро. Антенни, походу. Кстати, на антенне на первом ярусе снайпер был. Может, убили, конечно? Не, вон. Да не. Там зато. Сейчас объеду. Вверх взлетает. Он висит, ТВ пускает. На ядочку. А он опять появился. Теперь надо маяк. Вверх, по-моему, к нам идет. Все, маяк убили. Вверх. И вверх убили. Да я к вам зайти вообще не мог, потому что пошел на другой сервер. Взять медленный. А, сука, ушел уже. Там сейчас на бэк будет спускаться. За дом оба ушли. Нарка вторая. Блин,
блядь, еле убил его, сын. Зашибись. В домике. Уйди, блядь. Блин, он еще лег, так его, короче, как снизу показывает. Что я помню? Ну, не, есть, есть. В углу там. Убил. Капец. И там еще двое. Но убил. Не вижу. Не вижу, откуда на выстрелы видно было. Вон один спускается. Вверх Кириху пускает с глаза. Один сидит. Ох, блядь! С масса убил. Прям я еще приземлиться не успел. Уже двое там. Только я вот сейчас не понял прикол. А, наверное, мое оружие подобрал. Сейчас чиню. Я убил обоих. О, блядь. Кто-то стрелял, не знаю. Давай дочиню. Попробую. СД стреляют. Сзади. Блять, только. Там минка нам стали, я убил все 4. Что-то все трупы. Я один тут еду. Админ понаставил. А второго этого до хера. Сзади, сзади. Минирует тебя. Все. А не, в активку походу. Не, я его убил. Упор. Он подпрыгнул, я ему в голову попал. Ты танк откуда брал? С антенны? Да. Опять там сидят. На антенне? Да, по карте он показывает. Стреляет. Он видел. Ну, а уже выше, на третьем ярусе. Чья граната? Моя, да я думал на первом не закинул. Блин, они на этом, в закрытых балкончиках с РПГ не убьешь. Отъехать подальше просто. Это ж базик наш. Ну там уже вокруг не поедешь.
отойдет и все. О, блядь, зацепил с РПГ. По-моему, на Б танк едет. Стрелял там сейчас. Может, то, конечно, наш танк стрелял. Просто. Фу, блин, еле успел. А я его и не увидел вообще. Их там до хера поднимается. И двое уходят. Машинку, блядь. Да опять меня, блядь, цигульчик-то убил, сука. Как он так убивает, не успел даже до земли долететь? На Е пехоты до хера. Очень до хера пехоты. Похёбаный, блядь. Все, я убил. Сейчас отъезжай. Не, дальше не надо, там мины наши. Блять, снайпер по мне стреляет. Там как я ходил. Верд, глянь, ТВ пустил, можно сбить. Машинка. Что, где я еду? И там сейчас по нам будет. Опять мимо. Ну, мне РПГ тоже, по-моему, насквозь пролетело. Да ёбаный придурок, блядь. Сколько раз его? Третий. Он с РПГ, походу, не может быть, всё. Вы его сразу, потому что... Сейчас подниматься будет слева.
у него только он хорошо. Верт хорошо, если не стоит. Всем здравствуйте. Здорово. Здорово. Опять этот летит, придурок, блядь. Да, скорее всего. Насыти на него. Да уже, блядь, только что не срали, блядь. Вот он, вот это он как у нас. Блин, ушел вверх, я спрятался. А, и выпрыгнул. Там близко. Пацаны, вы где играете? Я на XBT играю. А какого хрена? А потому что меня к ним не заходит. Что пишет? Да ничего, просто не грузится и все. Ты смотри, выйди из оригина и подлога, все заново. Блять, ну на другие заходит, да, не а заходит, это как разница. Было? Да меня заминировал чувак, я его убил, но танк взорвался в 4. То я думал, как-то с одного выстрела, блядь. Сильно. Вообще на самом верху. А, кстати, спотятся отсюда прям. Они оба спрыгнули. Да, так бы сейчас в парашютиста с РПГ попасть, красиво было. Ни разу не сделал. У машинка приехала. А, точно. Мой взорвал. Снайпер. Свой снайпер. А там забирает и садит. До самого верха хочешь попасть? Да. А ну в принципе под углом, если стать, можно. Вон они, смотри, двое летят, они еще не приземлились. Да сейчас может пониже опуститься, а пролет я водил. Да, сейчас внизу буду. Так, а там и есть кто-то, по-моему. Эти на первую пустились оба там. Ты вышки пиздец сейчас вниз. Читали про новые фишки и батлога будущего? Использование планшета, телефонов? Самые популярные комментарии, набравшие 1200 этих ухов. Shut up and take my money. Заткнитесь и возьмите мои деньги. Правильно, все. Что ты рычишь, Мухач? Я сдох. Заходи на Big Maps, Хач, затрахал.